я так хочу быть богатым, чтобы квартира с женой, чтобы горел в моей пасти зуб золотой. Сижу я, короче, вчера тут, смотрю, идет такой весь в очочках, там джинсы у него узкие, там свитер непонятный, и чешет в наушниках такие большие, и в айфоне, короче, это шарится. Ну, это в айфонах разбираюсь, у меня у самого айфон Samsung вчера продал, там братухе отдал, там помочь надо было. Я его культурно подозвал, ну, как обычно, там, иди сюда, подходит. Ну, я его начал там за жизнь, там, что, как, чем дышит. Он мне говорит, я блогер. Ну, я-то с первого раза-то увидел, что он не Иванов, далеко не Иванов. А он мне заявляет, короче, я еще и фейсбукер. Я вообще тут на жопу присел, тройная фамилия, хера себе. И тут, прикинь, до меня дошло. Он меня, походу, диагнозами пугает своими. Он, Леха Лысый, тоже кричит, что он псих, сейчас всех порешит. И этот, видимо, меня хочет на испуг взять. Ну, короче, я его так для профилактики стукнул немножко. 7 раз. Он, короче, прикинь, только я замахнулся, он вдруг хренак и в обморок упал. Ну, раз так, то я еще рюкзак прошмонаю. Короче, в рюкзаке я камеру нашел. Вон, я на него сейчас снимаю. Отдавать не буду, прикольная камера. Алло, да? Нет, не могу я сейчас разговаривать. Не, брат, не могу. Я в кино снимаюсь. В каком-каком? Нет, не порно. Нет, нет, не пойду. А что, есть что? Ну ладно. Братуха звонил. Ну, я его так ногой немножко по лицу попинал, чтоб очнулся. Ну, он в себя пришел, ну, я его начал спрашивать, что это такое, там, блогер. Ну, не знаю, такой болезни не слышал же, чего от них ожидать еще. И тут он, прикинь, мне что говорит, что блогер это, и прикинь, не болезнь никакая. И прикинь, что мне он заявляет, что блогер это, говорит, не болезнь, это тип занятости, типа такого. Ну, типа, я вот нормальный пацан такой, двигаюсь сюда-сюда, а он блогер. Ну, я у него начал спрашивать, а что блогеры делают туда-сюда. Оказывается, прикинь, они айфоны покупают даже в кредит. У меня, не знаю, 15 айфонов этих было. Там айфон Samsung у меня был, айфон Nokia, айфон там с яблоком, хрен пойми какой, китайский. Ну, короче, и он начал мне рассказывать. Типа, блогеры, там, известные люди там в интернете. Ну, не знаю, у меня в агенте его нету, какого он известный человек. Он может с работы выгнать кого хочет, там в кафешке, там в каком-нибудь кабаке, там официантка не понравилась, он говорит, напишу, уволят сразу, никто ходить не будет. Что их приглашают на мероприятия всякие, туда-сюда, там в кафешки, в рестораны, как они говорят, гламурные. Ну, короче, он мне порассказывал, там, типа, ходят они, жрут бесплатно, пьют. Здорово! Говорит, некоторые видеоблоги ведут, ну, то есть, типа, вот, на камеру записывают, как они говорят, как я сейчас, видеоблогер. Что на презентации всякие зовут, вам слышали? Телефон новый вышел, там, большой. Но они там, типа, в блок-туры ездят. Это, типа, когда проездной тебе на поезд выдают, и он едет там сниматься в Орехово-Зуево. Ну, короче, он мне рассказал, у меня вот это вот задело прям вот здесь вот. Посмотрели, тоже блогером решил стать. Завтра, короче, вон, у меня 4 телефона скопилось. Пойду сдам их, пойду, я тоже айфон возьму. Ну что, придется теперь больше работать, отжимать больше телефонов, чтобы кредит оплатить надо за айфон. Короче, а камера такая, ничего, нормально, мне нравится. Ну что, на базар зайду, там, джинсы куплю узкие, свитер, как у бабушки, надо же соответствовать. Не, обувь я покупать не буду. Там, Иванова обувь подошла мне, размер нормально, прикольно у него шиза там. Все, лошара, можешь разгибаться, закончили мы съемку. Ладно, все, вставай, давай, вали. Маля, а как она выключается-то, ёпта?